разбежаться, размахаться и как птица полететь. Разбежался я, подпрыгнул, крикнул: «Эй, ногами дрыгнул! Давай ручками махать, давай прыгать и скакать!» Театрализованными стихами Даниила Хармса в детском доме «Радуга» встречают дорогих гостей. Традиционно в октябре здесь проводят День друзей. В этот раз к воспитанникам пришли учителя 18-й школы, курсанты института МЧС, десантники военно-воздушной дивизии и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Детский дом «Радуга» считается театральным. В два кружка постигать искусство мельпомены ходит большинство воспитанников. Для нашей социализации очень необходимо вот это общение на стороне. То есть мы хотим показать, что мы такие же талантливые, как и другие ребята. Мы хотим сказать, что мы и очень хорошо живем, потому что не только концертом сегодня закончится наша программа, но и экскурсии по детскому дому. Всего в детском доме 28 ребят от 7 до 18 лет. Учреждение считается специализированным. У воспитанников легкая корректируемая задержка развития. Досуг у радужных детей распланирован по минутам. Занятия проходят в изо-студии, мастерской прикладного творчества, фотолаборатории. Остается время на танцы и спорт. Вся наша жизнь организована вокруг театра. Это репетиции, как минимум 3-4 раза в неделю, и гастроли, выступления. Причем, так как спектакли театра востребованы, это нравится. Вот мы выступали в Академии МЧС, им очень понравилось. После концерта гостям показали, как живут ребята. У них теплые и светлые комнаты, большая библиотека, просторная сенсорная комната, в которой проходят занятия с психологом. На уютных пуфиках можно расслабиться и отдохнуть после утомительных школьных будней. Мне здесь нравится все. Занимаюсь я театральной студией. Мы стали лауреатами. В Москве недавно был конкурс. Вот. Занимаемся творчеством, много рисуем. И... вот хорошо живем. В детском доме «Радуга» очень уютно и атмосфера домашняя. Даже кот живет. Откормленный, ленивый и сытый, как с картинки. Зовут Барсик. Гостям ребята приготовили угощение, испекли пироги и заварили ароматный чай. Здесь дети, которые всегда настроены на позитив. То есть здесь очень мало правонарушений. Здесь дети, которые посещают школу, потому что как бы это тоже нашей болью является. Здесь... творческие мастерские, которые вы сегодня тоже видели, они действительно работают у них всегда. Друзей у детского дома много, и с каждым годом все больше. Неудивительно, побывав здесь один раз, среди улыбчивых и гостеприимных хозяев хочется вернуться. И обязательно с подарками для воспитанников. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.